приехали из 12 городов – Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы. В самом начале участниками турнира стали любители, которые не занимаются танцами профессионально. Далее свою грацию и пластику продемонстрировали мастера спортивных и бальных танцев. Возраст от самых маленьких и будет танцевать до самых старших. Группа, которая называется «Сеньоры» – это те, которым за 35. Предусмотрено 19 комплектов медалей, то есть мы 19 кубков разыгрываем среди спортсменов в разных возрастных и группах и классах мастерства различных. Одной из участниц танцевальной феерии стала Анна Морозова. Танцами она занимается уже 6 лет. Параллельно с учебой в школе девочка начала осваивать первые па. Выбор увлечения подсказали родители, но записаться в понравившийся клуб оказалось непросто. И нам преподаватель сказала, что группа набрана, что взять Аню взять не может. Вот по причине, что уже как бы полная группа. А на следующий год она уже будет старая. Ну, как бы вот она так высказалась, что уже, в общем, а через год уже, в общем, по возрасту она не будет проходить. Ну, вот. Ну и, соответственно, мы просто чисто случайно попали в клуб «Мечта». Для Ани и ее партнера Алексея Соколова этот турнир оказался удачным. Жюри единодушно признало мастерство юных танцоров. Два вальса, танго и квикстеп в исполнении ребят покорили сердца и зрителей, и организаторов конкурса. В категории «Стандарт» им было присвоено первое место. Но этот успех не повод останавливаться на достигнутом. В новом году Анне будет присвоена более высокая категория. А значит, чтобы побеждать снова, заниматься придется еще усиленнее. Любовь Почерникова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.